Ко дню героев Отечества в рамках всероссийского проекта «Парта героя» в школе номер 8 города Черкесска увековечена память сотрудника ОМОН, капитана милиции Сергея Борисова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике в 2002 году. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В актовом зале 8-й школы Черкесска собрались представители регионального правительства, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Республики, ветераны ведомства, родные и близкие Сергея Борисова, руководство, педагоги и учащиеся. Заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Виталий Павелица рассказал, что такие мероприятия очень значимы для подрастающего поколения. Каждый военнослужащий, сотрудник, который выполняет свой долг, при этом защищая своих товарищей, он для нас всегда остается героем. Поэтому было принято решение во взаимодействии с ветеранской организацией в той школе, где он учился, организовать парту героя. Цель проекта «Парта героя» – напомнить обучающимся о земляках-героях, выпускниках школы, совершивших доблестный поступок, проявивших мужество, готовность и самопожертвование. Ведь очень часто бывает так, что мы не знаем о подвигах, которые совершены этими людьми, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами. Подрастающее поколение должно на примерах, положительных примерах своих предшественников учиться, брать примеры, может быть, даже и повторять. Собственно, что мы сегодня и видим, что та патриотичная молодежь, которая имела такого рода подготовку, сегодня выполняет свой воинский долг на полях сражений специальной военной операции. Выпускник 8-й школы Черкесска, полковник полиции Сергей Владимирович Борисов, за время службы показал себя как смелый, добросовестный и достойный воин, а также грамотный, требовательный к себе и подчиненным руководителям. В июле 2002 года в ходе боевого столкновения получил смертельное ранение при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике. Надо отдать ему должное, это был один из их самых надежных друзей, боевых товарищей, который никогда не прятался за спины, всегда был впереди. Вот он учился в этой вашей школе, и из вашей школы вышел такой человек. Им можно гордиться, на него можно равняться. Я, конечно, вам всем желаю здоровья, чтобы мирное небо было над головой, не было войны, чтобы закончились все. История подвига Сергея Борисова, его архивные фотоснимки, биография и заслуги перед Отечеством отображены на парте героя. Почетное право первым сесть за парту предоставилось двоим десятиклассникам, отличникам учебы, победителям конкурсов и предметных олимпиад. Я благодарна за то, что мне выпала честь первой сесть за парту героя Борисова Сергея Владимировича. Обещаю в дальнейшем отлично учиться и активно участвовать в жизни школы. Много теплых и трогательных слов прозвучало в адрес героя от присутствующих. Такие мероприятия – неотъемлемая часть воспитания у подрастающего поколения, любви к родине, сохранения памяти о прошлом и настоящем нашей страны. Завершилось мероприятие возложением цветов и минуты молчания. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.